Праздник образования службы участковых инспекторов отметили накануне в Управлении внутренних дел Брестского облсполкома. В торжественный день в зале собрались лучшие работники структуры области. Со сцены в адрес тех, кто трудится день и ночь, охраняя общественный порядок, звучали слова благодарности и признательности за нелегкую работу и преданность выбранному делу. Сегодня, и об этом неоднократно говорили гости мероприятия, можно с уверенностью сказать: участковые инспекторы – достойное лицо управления, авангард милиции, работающий на самой что ни на есть передовой. По статистике, практически каждое пятое серьезное преступление раскрывается не без их помощи. От их профессионализма, грамотности, культуры общения зависит в целом имидж милиции, потому как кто, как не участковый инспектор милиции, повседневно занимается и общается с населением, разбирает все их проблемы, начиная от семейных каких-то бытовых неурядиц до хищения кур и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. Поэтому, естественно, мы возлагаем на них большие надежды и предъявляем повышенные требования. Работа определенная требует сложности, навыки для людей, которые выбрали службу именно в этом направлении деятельности и непосредственно подвержена определенному контролю со стороны населения, а также результативности в виде требований, которые предъявляется непосредственно основными задачами. Служба участковых инспекторов прошла серьезную школу становления в советские годы. Кадровый потенциал пополняли лучшие из лучших. Сегодня именно они, ветераны органов внутренних дел, являются мудрыми наставниками молодых стражей порядка. В их числе и Семен Валентинович Тимошук, отдавший службе в органах 25 лет своей жизни. Еще тогда слава талантливым участковым разносилась на далекие километры. Его знали в разных уголках Беларуси как профессионала своего дела. Семен Валентинович умело боролся с преступностью в своем Кобринском районе. Всегда приходил на помощь в трудных ситуациях. Сегодня внешне он практически не изменился. Только с формой, к сожалению, пришлось попрощаться. Семен Тимошук – надежный наставник для милиционеров областного управления, за что в торжественный день был награжден. Семен Валентинович с гордостью вспоминает прожитые годы. Считает, в деле своей жизни он состоялся. Это непосредственно и постоянно контакт и работа с людьми. Ну а люди разные есть. Вот, не говоря уже, конечно, как говорится, работать с лицами, которые совершают преступления. Здесь нужен вообще свой отдельный подход и, как говорится, своя специфика. Мне бы хотелось пожелать всем вот, молодым, которые уже участковые проработали, дай им Бог всем доработать и как говорится, до выслуги лет, и чтобы все было спокойно. В праздничный день порядка 30 милиционеров были удостоены нагрудных знаков Министерства внутренних дел, почетных грамот и благодарностей. Они по праву являются лицом правоохранительных структур, сотрудниками к которым можно обратиться за помощью, поддержкой и советом. Добросовестное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность и преданность делу – вот что отличает участковых инспекторов Брещины. Кадры подобраны, кадры есть. Текучка небольшая в Брестской области, в общем-то, есть кому работать и довольно достойно в этом направлении выглядит Брестская область. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Евгений Проснель, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.